Друзья, всем привет! И значит, что я приобрел? Приобрел я агиту от насекомых и мух. Хочу испробовать, действительно ли она работает так, как за нее говорят. Взял я пока вот такой спрей, развески на 200 грамм воды. Стоит 96 гривен у нас. Ну, наверное, в интернете дешевле. У нас 96 гривен. А банка, ну та, которую мы знаем, банка агиты, у нас стоит 1170 гривен. В интернете 800 гривен. Ну, у нас чуть накрутка тут. И вот я взял попробовать. Сейчас разведу водой, хорошо разболтаю. И попробую борьбу с мухами. Действительно ли так она эффективна? То есть я хочу сейчас сделать, обработать все. То есть я хочу вот такие профильки. У меня кусочки старых профилей. Это еще с ремонта дома оставались. Самое лучше наносить на поверхность ту, которая не впитывается. То есть такое что-то резина, железо. Самое лучшее такое. Ну, написано и на стены можно, но стены, чтобы были чистые, не в пыли или только побелены. То есть я решил сейчас делать типа такие висюльки, как липучки, только металлические. Их обработаю, не в сарае обработаю, а ну даже тут в этом помещении, а в сарае понесу, повешу. Потому что написано, что в сарае и так дальше и тому подобное, где есть животные, нельзя использовать. То есть пшикать там нельзя, где животные. Оно распыляется и, я так понял, яд очень сильный. Поэтому, ну узнаем, действительно ли вот это вот агита настолько эффективно. Я хочу, обработаю сейчас, повешу на проволочке в каждой клетке. И через какое-то время понаблюдаю, ну и вам тоже покажу, действительно ли падеж мух такой будет. Если да, действительно, тогда возьму эту банку за 800 гривен, как в интернете, и 1170, как у нас. Ну, можно заказать в интернете. Ну, попробуем. Тут у нас мини-гранулы. 96 гривен, я уже говорил, поэтому, может, кому-то надо будет. Не именно покупать за 800 гривен ту банку, а можно купить вот за 96 гривен. Ну, тут вот такие микрогранулы. Сейчас попробуем их развести водой и что-то будем опрыскивать. Вода у меня есть, комнатная. Сейчас попробуем. Она мне сказала в ветаптеке, что хорошо расколоти. Если типа я возьму эту большую банку, то мне хватит ее года на 3-4. Но я не спорю. Только я не знаю, как ее, ту большую банку развести тоже водой и пользоваться 3-4 года, или же по чуть-чуть брать, разводить и мазать. Вот этот момент я не знаю. Вот это если я наготовил уже готовую смесь, насколько мне этого тюбика хватит пользоваться ним, сколько можно. Тут термин гей 4-6 тижня, то есть полтора месяца, но это... Ну, посмотрим. Ну, все, я развел, еще скаламутим. Сейчас мы сделаем такие, типа как ленточки металлические. Вот такие вот ленточки повешу.
на проволочке. Так, у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, оно не только в сараях, она говорит, можно и дома. Ну, то есть в коридорах так само делать. Ну, где самое больше мух. А у меня тут канализация. Здесь возле гаража постоянно мух куча. Канализация открыта. Я ее не закрываю. Ну а тут попробую возле канализации на металл пшикнуть. Может и будет работать. Потому что ленточки, ну вот эти липучки, да, они работают, все нормально. Но тоже, поверьте, оно налипло и на этом все. А мух как было много, так и есть. Да, оно убирает какое-то количество мух, но... Но они все равно появляются и все равно есть. А это вроде бы как будут дохнуть. Малейший контакт мухи с этой агитой, она дохнет. Или через дыхательные органы. Ну, написано, что просто даже оно пропитывается сама муха и тоже вздыхает. Узнаем. Узнаем, действительно ли работает агита. Накусал я проволочки и вот таким образом сейчас будем обрабатывать наших, так сказать, а-ля липучек. Здесь сейчас наготовлю проволочки, попшикаем на каждый профилек и понесем, поразвешиваем в сараях. В сараях поразвешиваем, я увижу, что мухи пропадают или же исчезают куда-то, или дохнут. И засеку, сколько это будет по времени, примерно пройдет времени. И вам это все расскажу и покажу. Да, действительно, если даже, ну, 800 гривен заплатить, как бы не каждый заплатит 800 гривен за агиту, а вот в пределах 100 гривен нормально. Взял, ну, я думаю, если хозяйство небольшое, на лето хватит у такого пузырька с головой. Ну и желательно, чтобы не в пыли они были. Я так протер их более-менее. Сарай надо строить, оно то тут вот все, у меня у Машки, Машка уже сейчас я заходил, лежит, то есть, наверное, завтра будет опорос, надеюсь. Вчера бегала, стояла тут по всему двору, сегодня уже все лежит. Так, ну у нас как раз не сильно жарко, более-менее, и погоду передают дождики, и не сильно, так сказать, жара у нас. Так, так, так. Пыль протрем. Наверняка тут все было. Вот так. Так, друзья, сходим. Сейчас посмотрим, где мух. Мух много. Я там и повешу. А мух у меня самое больше, наверное... У маленьких. Где маленькие, потому что там идет в корм сухое молоко, я добавляю в старт. И там я заметил самое больше мух. И также сейчас пройдемся, посмотрим в каждой клетке, ну там 2-3 клетки, сколько мух. И вот там, к примеру, через какое-то время я все это смонтирую в одно видео и посмотрим, есть ли результат. Камера хорошая, оно будет видно и мух, и все. У меня и здесь даже мух, вот допустим, вон канализация у меня открыта. Я специально, чтобы продувалось, открываю. И тут тоже мух. Вот смотрите, сколько мух. Даже по звуку слышно. Сейчас сходим к маленьким. Я покажу. Посмотрим там, сколько мух. Ну, грубо говоря, до. И посмотрим, сколько после.
сколько до и сколько после. Ради интереса. Вот у нас маленьких, смотрите, вот тут сколько их летает. Это у маленьких. Ну тут, конечно, мух даже по звуку. Ну вот висит ленточка, да, вся, ну, облеплена. Их каждый день надо по 10 штук вешать, тогда может что-то результаты будут. В этих сзади, где были яички припухшие, потому что покастрированы сутки назад, нормально кушает, хорошо оправляется, тоже хорошо воду пьют, тоже хорошо. То есть вот тут вот повесим одну и повесим вот здесь. О, даже слышно по звуку. Они в основном сидят на потолках. Вот свиньи. Корм есть, никто не ест. То же самое. Ну вот липучку я повесил. Ну толку от нее. Он бегает по липучкам. И вот так само. Машулька, что ты уже? Все на подходе? Да? Машенька. На подходе уже, да? Маша у нас уже, ну, завтра, завтра по срокам Машке сыпнул. Она уже знает, что сейчас сыпнул. Я стараюсь не перекармливать, но у нее отдельный рацион. Сейчас посмотрим. Вчера наша Маша вырвала деревянные двери вот эти вечером. Я машину мыл. Пришлось уже, грубо говоря, поздно вечером добавлять петлю. Она нижнюю вырвала. Я тут сюда приколхозил. Нормально сейчас. Так, Машулечка, что тут у нас? Молока нема? Нема. Ну, сегодня и рано. Свинка хорошая, да, ничего не скажешь. Вот тут тоже мух много. Вот сейчас сделаем и сюда хотя бы, ну я вот эти клетки повесим. И узнаем. И узнаем результат. Потом так само же зайдем и посмотрим в каждой клетке сколько. А именно вот тут у маленьких. Пш-ш-ш. О, пш-ш-ш. Пш-ш-ш. Да, мух. Ого. Самому интересно, друзья. По сараю занимаюсь сараем. Просто у меня рабов нету, сам все делаю. Сам. Ну и хочу сам сделать. Как бы не было тяжело, все равно сам. Оно то-то надо, то-то, то-то. Тут забой вот на носу. Надо забой делать, и опорос, и все до кучи. Так, погнали обрабатывать. Я не знаю, может противогаз мне одеть. Написано на бутылочке, чтобы были очки, маска или респиратор перед тем, как все это опрыскивать. Ну, оденем противогаз. Потому что оно сильно ядовитое. Противогаз не будем одевать, он грязный внутри, обычную маску оденем. Обычную маску нашу. Она мне сказала сильно, ну,
Яд очень сильный, поэтому надо в очках и маска, или респиратор, или противогаз. Тем более сейчас я буду обрабатывать, ветер оттуда или отсюда окно открыто. По-любому какой-то запах будет. Ну, можно хапануть. И написано, если на руки попало или куда, сразу вымывать тщательно. Ну, не знаю. Ну, знаете как, лучше как лучше. Вроде бы смешно, но... Так, а ну попробуем. Ого. Это я сюда, на эти, на краску. Пускай мухи кушают. Так, погнали. Да, идет очень мало. На металл хорошо. Аж стекает. И старайтесь на руки, чтобы не попадало. Сейчас запах есть какой-то неприятный. Я думаю, будет интересное видео. Ну, кому интересно, а кому не интересно, то понятно, оно ему не надо. Кому надо, интересно будет. Мне самому интересно посмотреть результат. До... Вот, я пшикнул, уже мухи сидят там, где я пшикал. Так, так получается, если меня так используют, то мне его хватит. Ого, сколько. Что я вот, сколько обработал, 3 граммки потратил. Все. Пойдем развешивать. Ага, запах есть какой-то такой неприятный, друзья. Все, мы уже не пшикаем, можно без очков. Погнали! Вот я пшикнул, уже мухи тут трутся. И он на двери пшикнул, тоже мухи хавают уже. О, именно пятно, где я пшикнул, уже мухи. Все, ты трупик. И ты тоже. И вот тоже, где потекло, капельки даже видно. Сразу мухи там. Погнали, к маленьким отнесем. И к большим сразу возьмем. Где маска. И вот так, друзья, узнаем. До и после. Может, видео будет нудное, затянутое. Ну, пускай даже 100 человек посмотрит, и то будет интересный результат. Просто так, как я обрабатывал, ну, в сарае нежелательно обрабатывать, где поросята маленькие. Давайте поросят я 2 повешу. Я потом уже без камеры сделаю еще несколько штук. Ну, без видео, то туда другие сараи. Ну, вот здесь повесим еще. О, вот сразу, смотрите, сразу садятся. Угу. Сразу идут. Угу. Почему написано, что если вы обрабатываете металлические или там покрашенные поверхности, чтобы животных не было внутри. Вот эта пыль, она разлетается и мимо. Ну, видно, сразу налетает на этот. Разлетается мимо объекта того, который вы хотите пшикнуть, и они вдыхают. У меня даже рука начала пекти, то есть, куда попало, сильно печет рука. А именно 2 пальца.
Так, дальше погнали. Машка. Да, я сейчас сделаю еще их, ну, побольше. Это уже, грубо говоря, без видео. Я подстригся, кто заметил. Вчера ходил в парикмахерскую. Ну, это так, чтобы что-то говорить на камеру. Так, маршрутка. Маршрутка. Вешаем Машке. Брык. Машулечка. И вешаем нашим давай, ну. Как? Кони повырастали. О, ух ты, там мух у вас. Вот так. Чмык. Опа. Чмыгунец. А? Свинка. Видите, как я и говорил, 2 месяца проходит, они стартуют так, что угу. Уже килограмм не знаю, поскольку у них. Ну, немало. Задки какие красивые у них становятся. Так, о, у Машки уже, видите, сразу сели и употребляют пищу. Вот, сразу, не отходя от кассы. Если увижу результат сегодня, что мухи будут валяться сильно много, дохлых. А тут свет оставлю, пускай они типа на свет будут лететь. То же самое. Сразу садятся на обработанную поверхность. Так, а тут-то? О! И тут-то хорошо идут, вон. Сколько мух туда сразу. Кушать идет. Отлично. Мои маненьки, тёка-тёка, жевжики. Жевжата. О, уже жопка чупается, яичко, да? Пыти-пыти, пыти-пыти. Пыти-пыти. Так, погнали дальше. Сейчас узнаем работу агита. Также под навесом сейчас повешу на летнем выгуле. Да, под навесом повешу. Одну там хватит. Сейчас мы вам мухи покажем, все расскажем. Так. То же самое, вот их сильно много. Так, где-то у меня тут гвоздики были. Что такое? Сейчас. Так. Все свои, ребята. Что у вас, вода есть? Отлично. Значит, а, о, вот у меня, смотрите, сколько мух. Под навесом. Тут чисто, сухо у меня. А? Сейчас я вам еды подкину. Давай. Погнали. Вот сразу садят. Смотрите, как сразу. Сразу идут. Сразу идут. Оп. 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 Только вы этих мух не хавайте. Давай туда. Кстати, друзья, вчера я выкинул видео, что Яшу продаю. Было несколько обращений, но сразу после видео. Ну тут не сильно много, но тоже. Ого, есть тут тоже.
После видео позвонил подписчик, забирает через пару недель. Сегодня должен скинуть предоплату. Так, а тут у меня вот эти две курки. Одна с той дружит, а одна с клубникой. Ну тут не сильно много. Ой, я забыл, у меня кукла загулять должна. Рыжка. Ё-моё, я и забыл. А ну проверим. Может, надо ехать по дозу. А я гуляю с Агитой. А, да не. Или она уже порыгуляла. Короче, хер поймешь. Так, это мы на летний повесили, туда повесили. Сейчас сделаем еще, где Яша. Яшку забирают у меня через пару недель. Сказал, пускай побудет пару недель, пока там то все и заберет. Ага. О, сразу мухи как пообрепляли. Ну, сейчас будем наблюдать. Угу. Ну, и сюда повесим. Брык. Яшки. Яша, уезжаешь, да? Яш. Сразу повесил, она еще шатается, они уже на нее посадились. Так, друзья, фух, все, операцию провели успешно. Сейчас я попшикаю там, ну, возле канализации, тут это, ну, это уже без видео. И посмотрим, зайдем потом, когда они действительно начнут пропадать. Я сразу же подключу видеосъемку и будем смотреть результат после нашей обработки. Друзья, прошло минут 15 после того, как мы все поразвешивали. Первое мое наблюдение в гараже, где я пшикал. Это где мы обрабатывали наши ленточки, вот они висели, и пшикнул я на короб. Ну тут уже он с полсотни мух лежит. Вот тут, а вот лежит. Вот уже кубаркается одна. Полутрупик. Это уже трупик лапками шевелит. Вот. Что ты? А? О. Это я на короб пшикнул с двух сторон. Уже трупики лежат. Сейчас пойдем в сарай. Проверим, что там. Ну, буквально прошло, я говорю, минут 15. Я пока там то все сделал. Зашел в гараж, смотрю, уже лежат пока там мухи. Так, а, да, их тут не только там на входе, вот. Вот прямо две склеилось. Вот, вот уже кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Вот. Это спрей, не знаю. Эффективный или нет, никогда не пробовал. Вообще агитой я не пользовался. Вот уже тоже они. Некоторые лежат, а некоторые уже начинают дохнуть. Взлететь не может. И вот они там и трутся, где я пшикнул. Хавают вот, где пшикнул. Хавает. Сейчас пойдем в сарай.
Друзья, это я брал в ветаптеке у нас по месту тут. И в этой же ветаптеке я брал этот спрей. Я спросил у нее, говорю, оно одинаковое? Ну, не подделка. Не, вы что? Это все оригинал. То есть, хоть и эту большую берем банку запечатанную, которая там со всеми документами. И так само эту маленькую, она говорит, один к одному, это все оригинал. Но есть подделка. Поэтому, как бы, ну, судя по эффекту, я смотрю, мне начинает нравиться это дело. Так, сколько тут прошло? Ладно, понаблюдаем. Прошло где-то полтора часа. У нас что-то гремит. И, наверное, будет дождь. Проверим. Сейчас проверим. Быстро постараюсь по Берику смонтировать видео и выкинуть сразу. Начнем отсюда. Так. Пш. Мух значительно меньше. Значительно меньше. Есть еще, но... А, их валяется он очень много, друзья. Трупика уже. Но еще летает. Но трупиков очень много. Ну, тут их и было много. Ну, сейчас я бы сказал, процентов, может, 20 осталось с того, что было до. Так, тут у нас то же самое. Сильно много было. Так, то же самое. Валяется много, кувыркается много. Даже он на Машке сверху. Трупики лежат. Хавает. Да. Вот смотрите результат. Процентов 20, наверное, осталось того, что было. Да. 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 Значительно меньше. На Машке много мух. Вот. Раз, два, три, четыре. То есть полудохлые и дохлые уже есть. Да, Машуля? Ну и... На полу много лежит. Да что ты, Машка, уже давал. Машуля у нас на подходе уже. Так. Все, тут понятно. И глянем сейчас под навесом. Под навесом. Под навесом. Пш-пш-пш-пш. Но меньше. Меньше, да, есть и на полу их много. Вон и полудохлых, и дохлых уже. Меньше. Значительно меньше. Да. Чуть меньше. Ну, я скажу. Результат. О, ящи. Многовато. Сюда, наверное, надо просто добавить. Я одну повесил только. Да. Действительно. Намного меньше. Так, а тут у нас что, трупики есть? Ну и
и тут меньше, но тут как-то не так сильно понятно. Наверное, надо на потолок добавить. Их на потолку много сидит. Попшикать на сам потолок. А так я скажу, да. Работает агита. Я не спорю, может быть, надо было больше. Да, и тут вот этот край. Мух вообще ж сильно гудели. А тут их что-то... Вон, трубики лежат. Трубочки. И летает полудохло, и дохлых много. Это вот на белой плитке. Сарай их не так видно. Да. Работает. И вот мухи. Да. Друзья, что я вам скажу? Агита работает.